О! Там утки пролетели, самолет летит, смотрю. Чайка там одинокая. Ну чё? Чё вам, товарищи, сказать? Ух ты, сколько ворон. Привет. Да-да-да. Сегодня выступал на своем клубе. Как бы высказался, рассказал, что знал про информационную безопасность. Конечно, меня удивило поведение людей там такое. Там, в самом деле, просто приходится задержаться, потому что вот релокант один пришел, Вася, ну, пипец, конечно. Не знаю, ну, человеку не стыдно. Что-то говорит, а что я, типа, должен жизнь-то свою погибать, почему я должен? Во-первых, конечно, там тебя никто сразу-то и не убьет. Вероятность умереть в украинской армии намного выше. Ну, что-то типа фамилия у меня украинская, родные, и чё? А ты живешь в России, родился в России, как бы, и чё, как паразит теперь здесь живёт. Ютуб мне не нравится, типа, что закрывать собирают. Потому что через него удобно работать, пипец. Вот реально, что ещё человек, с которым так трудно поспорить. Потому что, ну, там есть явные, как сказать, когнитивные особенности психологические. Ну, то есть, когда ты там понимаешь, например, что ты можешь привести в виде аргумента, а если ты этого, ну, как бы не соединяешь, не понимаешь, ты можешь доказать все, что угодно. Поэтому все спорить было бесполезно. Ну, как бы, да, то есть, а кто решил, а кто решил? Ну, решили те, у кого есть права, обязанности и ответственность. А ты ответственность ни за что не несешь, честно говоря. Еще и в Казахстане пожил, приехал, как бы, чтобы в армию не забрали. То есть он самый такой нормальный возраст, и в армии служил. И как бы и после этого человек еще считает, что у него есть право моральное там говорить про то, что там, как сказать, кто решил закрыть YouTube. Ну то есть, не знаю, все это как-то вот выглядит. Я говорю, вот вчера с одним поссорился, с айтишником. На бизнес-ужине, ну, то есть, не знаю, то есть, считает человек, что Запад лучше развитие, открытие, а в России все плохо, и мы вот такие плохие, то есть, не знаю, вот просто из себя выходишь там, ну, чтобы как-то конфликт закончить, просто ушел, вот и все. Ну, и вовремя, кстати, далеко ехать надо было. Ну, так что, ребят, ну, еще такую вещь хотел сказать, кстати, которую я сегодня понял, то есть, понимаете, чисто психологически большая, достаточно большая, ну, я думаю, может, ну, трудно оценить, процентов 30, может быть, россиян, может быть, меньше, я надеюсь, меньше. У них, так сказать, психологическая некоторая такая штука, не знаю, как ее назвать, проекция какая-то, что ли, ну, то есть, защитная реакция психологическая, то есть они себе обосновывают и закрывают глаза на что-то и там, то есть обосновывают это для себя, сами этого даже не понимая некоторые, то есть, почему они против спецоперации, то есть как бы, а я, например, про себя вот могу сказать то, что у меня была ломка большая в начале спецоперации, там реально выглядело все как ужасное разрушение внутреннего мира, что Германия это так круто и Америка. А вот все прошло уже сколько, полтора года и больше, и здесь я совсем по-другому, моя психика работает, то есть критическая, и я стал более патриотичен и поддерживаю Россию намного лучше, вижу, как сказать, намного лучше отношение просто к власти в России, вот и все. А эти вот, так сказать, слабые люди со слабой психикой, потребители и так далее, возвращенные вот в этой западной потребительской системе, там, клиповое мышление и так далее, ну, вот они теперь вот такие вот, как бы, и с нами, и нам с ними надо как-то жить. Ну, сейчас где-то плюс 10 в самом-то деле. Я вот прибежал, меня уже продувает ветром. Я уже подостыл, прям чувствую, буду сейчас одевать футболку и бежать дальше. И всем привет,
Россия вперед!